Всем привет! Это обзор от интернет-магазина Arctech.ru, и сегодня мы расскажем вам про подводный фонарь PyLight GL-K199-5. Давайте поближе с ним познакомимся. Поставляется фонарь вот в такой коробке. В комплектацию входит сам фонарь, аккумулятор типа 18650, который находится в фонаре, зарядное устройство от сети, шнурок и патрон-переходник на батарейке типа 3А. Давайте ненадолго это отложим. Выполнен он из качественного авиационного алюминия. Питание осуществляется от аккумулятора типа 18650 или с помощью вот такого патрона можно ставить три батарейки типа 3А, как я об этом говорил ранее. Источником света является мощный светодиод КРИ, яркость которого составляет 1000 люмен. Самым главным преимуществом фонаря является его водонепроницаемость с погружением аж до 30 метров. Помимо этого защищен окисной пленкой, что делает его износоустойчивым к различным условиям окружающей среды, а продолжительность использования светодиодов составляет 100 тысяч часов. Давайте же теперь посмотрим, как он функционирует в темноте. Справляется отлично со своей задачей не только под водой, но и на суше, освещая в темноте необходимое пространство. Обзор подошел к концу. Основная область применения PyLight GL-K199-5 – активный отдых и спорт, подводная охота и дайвинг. Также может использоваться для оценки ювелирных изделий и в домашних условиях. Станет отличным подарком. Покупайте фонарь в нашем интернет-магазине arctech.ru, а я с вами прощаюсь. Ставьте нам большие пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте и до новых встреч!